Вот и наступил благословенный месяц Рамадан, месяц которого ждут все мусульмане планеты. Месяц чистоты, месяц покорности Всевышнему, месяц, когда так легко совершать благие дела, месяц, когда так легко воздерживаться от греховного. Я поздравляю от всей души всех наших дорогих зрителей. Дай Аллах, чтобы наш Рамадан прошел для нас с огромной пользой, чтобы мы не упустили это бесценное время, чтобы разумно потратили каждую минуту, каждую секунду, иншаллах. Сегодня, помимо того, что я вас хочу поздравить, я хочу поделиться с вами своим опытом. Я расскажу про свой первый Рамадан. Я расскажу про то, как я постилась в те дни, когда я только-только приняла ислам, какими трудностями сталкивалась, какие ошибки делала, и какой опыт из этого я все-таки всего извлекла и поняла некоторые моменты. Так что с радостью поделюсь с вами немножко своим опытом. Я не помню год, когда я первый раз соблюдала пост, но на тот момент он приходился на август, насколько я помню. Были жаркие дни, было все очень непривычно. Ну, представляете, да, вот никогда не было опыта даже близко у меня. Никогда я не видела, чтобы люди вот так вот полностью отказывались от воды и еды. Для меня это было чем-то невероятным. Честно сказать, вот сомнений не было, что получится, иншалла. Но было непонятно с практической точки зрения, как нужно соблюдать пост, чтобы это было легко для организма. И как бы, наверное, как и многие, я старалась, смотрела некоторых своих знакомых на мусульман. Практически все мусульмане эту ошибку совершают. Я старалась поесть побольше про запас, выпить как можно больше жидкости. И что получала я из этого? Вместо того, чтобы почувствовать какую-то бодрость, легкость от поста, я получала сонливость, усталость. Я поправилась за этот месяц, хотя, по идее, как должно быть наоборот, потому что такой длинный день, и мы совсем ничего не кушаем, не едим. Но в итоге, конечно, чувства все равно были очень необычные, но всех тонкостей я не поняла на тот момент. Потом был еще один пост. Ну, не всегда было просто, но Всевышний очень сильно помогал. Я всегда удивлялась вот этому чувству, то, что действительно мы постимся. Вроде кажется это чем-то невероятным. Для немусульман это кажется просто чем-то сверхъестественным. Как так? Такая жара, не есть, не пить. Целый день. Мои родители тоже всегда очень сильно удивлялись и говорили, ну ладно, ну не ешь, доченька, не ешь. Ну хотя бы глоточек водички же можно выпить. Вот, но нет, нельзя. Мы же понимаем, мусульмане весь смысл, да, чтобы понять, что такое, какое удовольствие мы получаем от этой капельки воды первой, когда мы отпускаем пост, какое удовольствие мы получаем от этого маленького кусочка финика, когда он попадает в рот. Это надо все пережить и испытать. Потом с опытом я уже начала как-то экспериментировать, как же все-таки лучше и приятнее поститься. И в один из рамаданов я начала, наоборот, есть минимальное количество еды. Очень легкий ифтар, умеренное количество жидкости, не пытаясь там выпить 5 литров про запас, потому что это невозможно все равно восполнить за такой короткий период. Чтобы не было отечности, чтобы не было вот этой тяжести. Умеренное количество жидкости, умеренное количество еды. И вот тогда я почувствовала этот баланс. Действительно, организм начал перезагружаться. Все системы пришли в норму.
сразу какая-то вообще легкость поклонений пришла. Совсем по-другому вот эти ночные намазы стали у меня получаться, машаллах. Так что, пожалуйста, всем напоминаю, мы, в принципе, все про это знаем, но иногда от этого голода, который накапливается, мы про это забываем. Давайте не будем слишком много есть на Рамадан. Будем есть, в принципе, обычные порции, обычное количество еды. Обязательно вставать на сухур, не лениться, заводить будильник, брать себя в руки и обязательно вставать на сухур. Есть здоровую пищу, богатую витаминами, сложными углеводами, крупы, каши, молочные продукты. Как можно больше, там, как можно меньше сладостей, никакой газировки, но зато много фруктов, овощей, ну, в принципе, такие простые истины, вы все это знаете, но мы иногда на это закрываем глаза, так что давайте вместе соберемся, будем есть хорошую, правильную пищу, иншалла, не забывать про сухуры, про какое вознаграждение, про которое вознаграждение от Всевышнего невероятное за то, что мы просто встанем на сухур. Что касается поста для наших детей, тоже хотелось бы отдельно поговорить. В прошлом году у нас был первый опыт. И Алжанка, и Капишка несколько дней постились, машалла. Капишка даже достаточно большое, по-моему, количество времени. И Алжанка тоже старалась. До этого они прошлый Рамадан, они по несколько часов постились, например, до обеда. Или там, ну, просто вот какой-то маленький отрезок времени. А вот прошлый Рамадан они уже попробовали по-настоящему несколько дней. Обязательно я их вставала, будила на сухур, они хорошенько плотно как бы завтракали, да. И потом старалась, чтобы был очень хороший такой насыщенный ифтар. Но дети, машалла, очень легко перенесли, машалла, опять же говорю, перенесли эти дни, потому что, мне кажется, они даже меньше, чем взрослые, зациклены на этой еде. И просто в этот день мы, естественно, не ходили по жарким каким-то улицам, большинство времени были дома, они играли, смотрели мультфильмы, и день прошел очень незаметно. Но для них был это очень интересный опыт, они подумали, как это действительно бывает, то, что у людей порой действительно нету еды. И не то, что в течение всего дня, и мы знаем, что вечером мы обязательно поедим, а еды нету вообще. Да, и они не знают, когда они в следующий раз смогут попробовать что-то, да, на вкус. Поэтому для них это был очень полезный, богатый, интересный опыт. Не бойтесь, смотрите на состояние своего ребенка. Естественно, если ему плохо, у него кружится голова, если у него болит живот, сразу мы все это прекращаем. Но если он действительно бодрый, проявляет активность, если он до этого хорошенько плотно поел на сухур, то вполне можно дать ему попоститься, получить этот богатый жизненный опыт и постепенно приходить к тому, чтобы поститься в течение всего месяца уже в совершеннолетнем возрасте, иншалла. Вот такой вот рассказ. Отдельно я вам запишу видео, иншалла, про пост беременных и кормящих женщин. Тоже тема достаточно актуальная, потому что многие из нас сталкиваются с этим, как поститься, не поститься, опасно, не опасно. Там. Все это, конечно, прежде всего надо смотреть на мнение вашего врача и на свой организм. Но я смогу рассказать о своем опыте, потому что у меня был он достаточно богатый, с тремя детьми, и поделюсь какими-то своими заметками. Так что поздравляю вас еще всех с благословенным месяцем Рамадан. Спасибо, что вы смотрите наш канал. Благодарю вас всех, то, что вы с нами. И напоминаю, как настоящий блогер, хотя я этого делать вообще не люблю, напоминаю, чтобы вы обязательно подписались на нас и нажали на этот колокольчик, потому что, опять же, из видео в видео придется повторять, ну уж извините. А так оказалось, что из 20 тысяч на уведомления на нас получают лишь там 1,5-2 тысячи человек. Это, естественно, очень мало. Поэтому, может, это от того, что я не напоминала вам. Так что буду немножко назойливой и напомню, нажмите на колокольчик, чтобы получить уведомления о наших новых интересных видео, которых, иншалла, будет еще очень много. Вот еще один момент, который я хотела упомянуть, тоже про который нельзя умалчивать и нельзя забывать во время Рамадана, это то, как мы постимся душой, потому что все эти физиологические процессы, их еще можно наладить, да, не переедать, все это понятно, но
многие-многие из нас забывают про то, что мы постимся не только нашим телом, но и нашим сердцем. То есть сплетни, пустая трата времени, пустая болтовня. Все это надо забыть на время месяца Рамадан, про это надо забыть, потому что это противоречит основным принципам этого прекрасного месяца. Месяца чистоты, чистоты полной, не только физической, но и, конечно же, духовной. Так что давайте будем внимательны к нашему языку и будем четко отслеживать, что мы говорим, с кем мы говорим, хотя бы в течение этих 28-29-30 дней этого удивительного месяца, когда нам Всевышний сам очень сильно помогает, и мы чувствуем это просто физически. А уж потом будем стараться, чтобы постепенно это как-то входило в наш обиход и в нашу привычную жизнь, иншаллах.